Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру Майнкрафт в планетарная система. Так, смотри. Мы находимся на Солнце, и у нас тут ничего нету. Но есть в сундучке 64 дубовые доски. Отлично. Так, мы их проложим сейчас вот сюда, к планете Меркурий. Так, откуда будем? Отсюда. Нет, давай повыше. Так. Отсюда будем ложить досочки. Так. Подожди. О. Так, сюда заходим. И потихонечку, понемножку начинаем их ставить. Так. Смотри, у нас наступила ночь, но солнце, смотри, как ярко горит. Офигеть. А я думал, здесь ночи не будет. Так. Ну что, ну смотри, мы подходим к планете первой. Так, вот она у нас. Планета Меркурий. Так, вот у нас такая дорожка. Так, хорошо. Теперь мы должны подойти к Венере, и там уже Земля у нас будет, да? Хорошо. Так, ну что ж, отсюда будем. Давай. Так, нет, я наверное, сюда даже встану, вот здесь. Все, поехали. Так, сейчас по прямой, аккуратненько. Может быть, даже мы до Земли дойдем, не знаю, посмотрим. Но у нас, в принципе, не сильно... У меня кончаются блоки, ё-моё. 23, 22, 21. Так, смотрим. Ага, а мы сейчас, знаешь, что делаем? Мы сейчас делаем вот так вот. Дойдем, значит, до сюда. Так. А нифига, нам не хватит, слушай, алло. Эх, давай до Венеры тогда идем. До Венеры. Не знаю, дойдем до Венеры или нет. Так, давай, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 осталось. Так, какие у нас здесь блоки, сейчас посмотрим. Блин, Земля так близко, ё-моё. Так. Офигеть. Офигеть. А ну, как тяжело оно, блоки-то разбиваются. Так. Блин, знаешь, что надо было нам немножечко ставить и сделать? А, подожди, в смысле, алло, загорелось что-то, смотри. Как так? Ой, нифига. Тихо, тушим, тушим. А чё оно гореть начало? Это очень плохо. Так, ладно. Блин, надо было по-другому делать. Так, это тоже тяжело разбиваемый блок. Сейчас посмотрим. А! Куда? В смысле? Так, подожди. Так, секунду. Ё-моё. Блин, до земли немножко осталось. Так, а эти блоки тоже будут разбиваться? Я так не играю. Так, сейчас посмотрим. Конечно, будут разбиваться, у нас же инструментов нету. Ёлки-моталки. Ну, сейчас посмотрим, подожди. Убедимся. Офигенно, слушай. Просто офигенно. Ладно, ничего страшного. Сейчас назад. Соберем вот эти блоки. Так, а ну-ка. Есть. Ох ты, ё-моё. Так, ладно. Мне надо какой-нибудь инструмент сделать. Ага. Опа. О, я застрял. Я застрял здесь, короче, смотри. А-а-а, я упал, блин. Я думала, игра это будет полегче. Возрождаемся, и у меня ничего нет. Офигенно. И тут, смотри, горит все. Да ё-моё, тушись. О, я даже не допрыгнул. Короче, профукал я серию, надо будет переснять.
Ну что ж, дорогие друзья, я перезапустил систему, и теперь мы будем действовать по-другому. Мы сейчас дойдем до Меркурия. Так, где у нас тут серединка? Вот здесь. Да, сейчас по-другому придется делаться. Так. У нас, видишь, какая беда, у нас они загораются, блоки. Поэтому... Надо будет, ну не знаю, ну ладно, сейчас подожди, сейчас я дойду. Если что, придется будет потушим. Потушим и уберем несколько блоков. Так, видишь, у меня-то ни кирки, ничего нету. Я рукой пробовал блоки сломать, и, естественно, они не ломались, они разрушались. Так, доходим до Меркурия нашего первая планета. Так, и здесь мы будем делать, так, во-первых, верстак. Верстак. И здесь надо будет сделать там палочки. Так. И первый орудие труда. Вот такие. Кирка. Лопата. Так, в принципе, все. Хватит. И попробуем сейчас добыть отсюда. Вот, отлично. Вот, все отлично добывается. Так, лопату можно было не делать. Ладно. Так, и добываем на Меркурии. Ух ты, даже железо есть, смотри на Меркурий. Ну, Меркурий же это железная планета, правильно? Так. Идем вниз. Так, добываем. Офигеть. Мы сейчас даже побольше железа наберем. Так, сейчас мы сделаем кирку получше. Так, здесь мы тоже это уберем. Так, хорошо. О, смотри, опять загорелось что-то там. Так, секунду. Палочек возьмем, сделаем. Так, и сделаем уже из булыжника. Так, кирку. Раз, два. И сделаем еще лопату. Три. Так, что еще сделать? Давай еще одну кирку сделаем. На всякий случай. Так, посмотрим, что у нас здесь. Подожди. Что у нас здесь происходит? А, ну все, в принципе, здесь обгорело. Дальше не горит. Ну все, нормально. Пойдет. Так. Ну что ж, добываем материалы. Так, железо берем. Так, железо мне пригодится. Так. Сейчас здесь поглубже. Так, уголь. Замечательно, замечательно. Уголь мне нужен будет. Так. Есть. Смотри, как железа здесь много, это очень хорошо. Так, сейчас побольше наберем. Так, вниз спустимся немножко. Так, планетка у нас она небольшая, в принципе, но... Я надеюсь, здесь будет очень много различных руд. Так, вот как железо. Так, замечательно. Ну, мы сейчас до Венеры дойдем и до планеты Земля. Нормально. Хорошо. Да. Так, собираем. Сколько у нас там? 37. Нормально. Давай, сделаем побольше. 37 мало. Надо хотя бы 50 сделать. Так, добываем. Хорошо. Интересно, что у нас будет на Венере. Какие материалы. Так, уголь. Уголь замечательно. Так. Вот так, хорошо. Так, ну я думаю, достаточно, да? Сколько у нас тут? 54, как раз, нормально. Все, мы сейчас дойдем до планеты. Что у нас там? Как планета называется, кто помнит? Венера. Так. С какой стороны лучше подходить? Так, 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 так. Ладно, давай. Сделаем так красиво. Нет, не буду красиво делать. Я буду так напрямую делать. Все. Так, и идем. Так, прямо. И потом повернем налево. Или направо, с другой стороны. Так. Сейчас до 5 дойдем. Ух ты, как быстро стемнело. Слушай. Так, еще надо. Так.
Вот, отлично. Теперь идем до Венеры. Так. Можно было, конечно, сразу до Земли, но не знаю. Мне бы не хватило материалов, мне кажется. Так. Вот, отлично. Так, мы сейчас находимся у Венеры. Так, снимаем оболочку и смотрим, что здесь. Так, уголь. Интересно. Так. О, металл пошел. Хорошо, замечательно. Так. Сейчас мы попробуем ее вот так вот пройти насквозь. Сколько хватит у нас места? Так. Сейчас мы ее прошьем Венеру насквозь. Так, у меня уже так освещение закончилось. Мы сейчас дойдем до конца планеты. Смотри, она как большая оказывается. Опа, есть свет в туннеле. Так. Где у нас Земля? Ну, в принципе, отсюда мы и пойдем на Землю, да? Так. Отлично. Все потихонечку. У нас материала теперь много, хорошо. Так. Сейчас дойдем. До 5 досчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. О, подошли. Слушай, дошли. Так, хорошо. Ой, подожди, почему не прыгается? Так, хорошо, смотрите, все, мы уже на планете Земля. Привет, земляне! Привет, земляне! Так, что у нас здесь интересного происходит? Так, тут что у нас тут есть? А, железный топор. Так, подожди, а где житель? Что он там делает? Так, мы сейчас аккуратненько спустимся сюда и сделаем вот такую окантовочку на планете. Так. О, здесь закроем это все дело. Так. Так, подожди. У нас здесь есть вода. Так. Слушай, чувак. Блин, надо было мне все-таки мне взять этот топорик сразу. Так, берем топор. И сейчас пойдем добывать. Так, я это уберу сразу. Потому что вдруг я упаду. И это все у меня пропадет. Поэтому беру только топор. Ну и древесину немножко. А, здесь этого верстака даже нету. Ёлки-моталки. Сейчас сделаем верстак. Так, верстак здесь поставим. Так, и сделаем палочек. Палочек. Уголь возьмем немножко. Так. И надо, знаешь, что сразу сделать? Блин, я надеюсь, не весь я уголь взял. Нет, не весь. Так, а булыжника у меня нет. Блин. Так, ладно. Так, возьмем так. Так, освещение нужно сделать. Во. Небольшое освещение по периметру. Вот так. И здесь. Вот здесь освещение будет. Пока так. Так. Слушай, пойдем, знаешь, куда? Нет, подожди, сейчас мы соберем дерево. И сейчас мы пойдем на Венеру, там немножко добудем материалов. Так. Так, сделаем освещение сразу. Так, мне нужно будет... Ух ты.
Мне нужно будет угля добыть. И главное, булыжника, чтобы потом наплавить метан. Так, и сделать уже железное орудие туда. Так. Наверное, нужно ее подкопать наверх. Посмотреть. Да, в принципе, все. Сильно высоко мы не будем копать, не делать отверстие в планете. Так, в принципе, все нормально. Так. Ну, все, материала у нас достаточно. Так, еще вот здесь возьмем железо. Так. О, дофига тут сколько железа. Хорошо, прям. Мне нравится эта карта. Вообще, прям замечательно. У нас материалов много будет. Хорошо. Так. Идем и сейчас сделаем там, естественно, плавильню. Так, ой, подожди. Так, главное, надо будет еще этих животных, загонщики сделать какие-нибудь, чтобы они не попадали. Так, а ну-ка, плавильню делаем сразу. Так, ну я думаю, две штуки, две печи нам хватит. Так, и берем всю железную руду. Так. Куда плавильню? Ну, наверх поставим. Вот так. Во! Замечательно. Так, железную руду сюда и сюда, чтобы быстрее она добывалась. Ну что ж, в принципе, замечательно. А, у меня, оказывается, была плавильная печь, я чуть не увидел. Вот она стояла под кроватью, интересно, под головой, чтобы теплее было, наверное. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, будем заканчивать первую серию нашу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это прохождение. Всем пока-пока!